Дорогие друзья, хочу вас поздравить с Новым годом. Этот год был как для Тосовского движения, для Ульяновской области очень продуктивен. Тосов в Ульяновской области становится все больше и больше. В настоящее время у нас уже 435 организаций, действующих в качестве юридического лица, и 465 Тосов, которые действуют на территории Ульяновской области. Количество активистов ТОС с каждым годом растет, даже не с каждым годом, а ежедневно растет, как количество выигранных проектов нашими ТОСовцами. Количество проектов, которые выиграл у нас, уже, можно сказать, является рекордным. Из 89 проектов, которые победили среди всех ТОС Российской Федерации, 35 проектов нас, наши. В настоящее время хочу поблагодарить вас, что вы не опускаете руки, а что и дальше продолжают развивать это направление. И большое достижение 2023 года, что количество проектов от Ульяновской области вышло на первое место среди всех субъектов Российской Федерации. Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете, за то, что действует замечательная благотворительная пекарня, которая нам роздана уже больше 100 тысяч буханок хлеба только с 2023 года нуждающимся, за вашу волонтерскую деятельность, за ваше плетение сетей, изготовление свечей, сбор гуманитарной помощи нашим мобилизованным. Ну и в дальнейшем, конечно, хочу, пользуясь случаем, поздравить с Новым годом, пожелать, чтобы дальше наше тосовское движение развивалось, активность нас увеличилась. Ну а в наш следующий год только пошло все самое замечательное, все плохое осталось в этом году. Желаю вам счастья, здоровья, успехов, не пускать руки. С Новым годом вас, дорогие друзья! Счастья вам, успехов вам и вашим близким!